Так. Всем привет, парни, с вами Ковалевский. Продолжаем играть мы на CCD Planet. Сегодня, как и обещал, это уже вторая серия. А вообще сегодня на канале хочу сделать 7 серий. И по счету это из всех серий четвертая уже. Короче, подсчеты вообще не мое. Ребятки, сейчас едем на ЕКХ. Первое. Мне делают подарок. Сейчас опять. О, тебе дарят, ты насосал там это. Чувак уходит с серва, чтобы тачка не пропадала. Он просто решил подарить ее мне, сделать мне приятно, помочь мне. И все. Не надо бомбить, я вас умоляю. И второе, как и обещал, едем на оффроуд. Сначала берем 221 Мерседес. Сейчас хейтеры. Вот один там вообще такой у меня, ядовитый хейтер в этом в комментах. Ты, когда я сделал Мерседес из класса вот тот на... Это, Эвенинге под корча задел. Ты, вот у такой, как проехал только что. Ты испортил Мерседес, там начал этот писать. Такой бред, боже. Ты там... Нет, ты унизил Мерседес фирму, там что-то такое. Думаю, чувак, ты убитый, эта игра. Нихера себе. А что это за ребятки такие блатные здесь живут? Автобус даже у них свой личный. Неплохо пристроились, но... Мы, может, тоже к этому, к всему придем, только со временем. Банан решил с моей бэхой потягаться. Банан, не-не-не, братан. Еще и подрежу тебя. С моей бэхой еще никто не смел таскаться. Так, тут ничего нового? Не-не-не-не-не, ничего. Ой, парол с Ройсю, спасибо большое, ребят. Огромная активность под ним. Мне очень... Боже, здесь такие сейчас лаги будут. Мне очень приятно... А так. О, вот Тони. Во, X5 белый. X5 белый. Все как надо, как снежок с моего третьего. О, чувак на Абехе. Ну, слава богу, здесь не такой уже флут в личку. Да, Тони, привет. Так, привет. Так, привет. Он мне еще вчера хотел подарить, но реально, мне не успевал я. Это тебе спасибо, чувак. Запятая, очень приятно. Так, ребята... Блин, X точно такой, как у меня был. О, на стоковых дисках, это очень хорошо. Так, слышь, ты мой X не бей. Говно собачье, я решил лезть к моему X-у. Все. Вот, видите, чувака прогнал. Спасибо огромное. Так, спасибо. Гоубанк. Это не нужно. Спасибо и... Спасибо и на этом... Сейчас поедем на оффроад на Мерседесе. Так, а где, собственно, Мерс 221? Он должен где-то быть здесь. Вот тачки спавнятся. Вон, Мерсы такие. Так, а где тачки? Вот, Жига приехала, она с нами сейчас на оффроад поедет. Под оффроад сделано, посмотрите. Так. Спасибо, Тони. Так, ребятки, собираем 1000 лойсов, и сразу выходит следующая серия. Так, что-то... Сейчас, секундочку. Сейчас я чуваку напишу. У меня, как всегда, проблемы с экраном еще вдобавок. Сейчас, ребятки, порешаем все. Так. Блин, я не знаю, что мне делать. У меня, как всегда... А, не, все нормально, ребят. Сейчас напишу чуваку с телефона. Так, блин. Меня это расстраивает. Меня экран мой расстраивает очень сильно. Извиняюсь, ребятки, я ничего не могу поделать. А если я буду монтировать именно ролики, вырезать, там, врезать, то, ребят, это очень много времени занимает. И максимум 2-3 серии. Максимум даже 2 серии я в сутки. Потому что у меня только рендеринг серии будет выходить очень долго. Так, все. Экран развис. Сорянчик. Так. Жига это едет с нами. Так, еще раз спасибо. Так, пишу с телефона чуваку, который... Так, Климент, так. Может, у вас тоже черный экран был? Я не знаю, у меня просто экран отходит. HDMI именно провод. Так, ты где? Ты где? И, собственно, где Мерс мой 221? Это по-моему, не 221, если вот это он. Если вот это не 221. Хотя, мы и такой зайдем. А он красивый, блин. Ковалевский, покажи BMW. Какую тебе показать? Ага, вот. Респаун, телепорт. Такая тебе бэха устроит. Так, Т.
ты где? Я написал чуваку. Ух. Е60, кстати, симпатичненькая. Ух, ее разбила хорошо. Так. Ну, слава богу, мне здесь так не флудят хотя бы. Я сзади тебя, Gold Shane. Вот это он? Нет. Gold Shane. Где он? Если это тот, он вот написал. Ну, 221 я рассчитывал, это другой Мерс. Gold Shane. Так, ща. А, он пишет мне, ща едет. Так, кто они? Не продавай ее. Не, X5 я не буду продавать. Не-не-не. Не-не-не. X5 моя любимая тачка. Я не собирался его... Не, не буду. Так, респаун, телепорт, открыть-закрыть, заблокировать. А то чувак там, он угнал мою бэху. Все. Так, нихера себе тут люди живут. Так. Сейчас этот чувак... Ник Голдшейн. Голдшейх. У этого чувака, который должен на Мерси приехать. Но я пока его не вижу. Нихера себе. Это не он. Это не он. А, вот он. А, вот такой Мерс. Тю, а я думал другой. Ну, поехали на таком Мерсе. Тони, поедешь с нами? Тони, садись, садись. Ты должен успеть. Я что-то думал, это другой Мерс. Значит, еще и другой. Хотя, блин, этот под оффроад. Где Жига? Жига оффроад. Гоу с нами. А, вот он, походу. Так. Блин, он заниженный. Придется поднимать его. Менять колеса. Жалко, здесь нет винилов, камуфляжа. Лосик, если бы вы хотели такие винилы, как на Эвенинге. Кто смотрит мои серии по Эвенингу. Вот такие. Можно было бы вообще сделать. Знаете, боевая класс... Нет. Нет, не бо... А, да, вот, боевая классика есть, там где русские машины. А мы бы сделали не боевая классика. Нет, как-то по-другому я сегодня придумывал назвать, но я уже что-то вылетел с головы. Так, мы сейчас покрасим в зеленый цвет, в темно-зеленый его. Чувак, АМР, кстати, номер это АМР регион, это серьезный регион. Так, диски, где оффроад диски, оффроад диски. Вот так, оффроад диски есть. Так, спойлера на него не ставятся, ну нам и не нужен он. И цвет. Так, а как зеленый? О, прикол, а он так жестко смотрится, согласитесь. Ой. Неплохо так смотрится, ребят. Так, новое сообщение от кого-то, так. Блин, а мне нравится. Так. Отличненько. Посмотрите, он охеренно смотрится. Только в арки колеса не влазят. Тони, садись. Садитесь. А где гол Шейн, вот этот? Который дал нам, собственно, его. Ну ладно, сейчас мы его... Он охеренно... Блин, жалко, вот... Тут не могут сделать цены почти... А это для дрифта он сделан, блин, а как... Так. Едем сейчас на СТО. Ребятки, лосик собираем и получаем следующую сразу серию. 1000 лосиков, следующая серия. Так, блин, начался флуд опять в личку. На первом сервере, конечно, не так флудят личку, как на... в третьем мне флудили, но вот сейчас все больше и больше начинают. И я немножко нервничаю. Так, мы его будем поднимать. Деньги подписчикам даешь. Чувак, вот как один в комменты написал, в основном ютуберы при бабках и раздает подписчикам деньги, а у меня все наоборот, я у подписчиков деньги. Это. Не, я разыгрываю деньги, в принципе. Забираю. Я это. Блин, нет, как это? Нет, это. А, стоп. Это ж все окей. Это ж. Я как. Смотрите, а тут есть винилы на бэху, вот, добавили винилы, вон, как Робинзон, нет, не этот, который забирал у богатых, я забыл, как его называют. Так, ладно, похер, как его называют, который у богатых бабки забирал и отдавал бедным, так. Не-не-не, нам широкие нужны. Так. Подвеска.
0,8. Нет, 0,5. Во! Так. Чутка рипнул. Так. Передние колеса что-то у нас узкие. Хотя... Не, это слишком колхозно, по-моему. Отъедь! Я нервничаю. Так. Вот, пошире, а задние... Задние вообще широчайшие. Все узенькие стали. Вообще все узкие стали, ёпта, чё я наклацал. Вот те широкие стали. И эти широкие. Опять узкие, опять широкие. Узкие, широкие, узкие. Все заузились. Так. Как-то оно здесь... А если мы спереди сделаем широкий? Так. В принципе. Можно ехать. А где Жига? А для оффрода? Ну, и так хороший получится. Так. Первое наше препятствие начнется, наверное, здесь, оффрод. Так, мы чувака потеряли. Который нам его дал. Вон, Gold Chain. Запрыг. Ну, блин, ты будешь страдать. Потому что ты на крыше. Так, ну чё, понеслась, ребятки? Жара, араб. Стоп, 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 главное, воду. Я ж сказал, ты будешь страдать, чувак. О боже. Кто? Кто нажимает? Нажимает. Не нужно. Не нужно. Давай, при, братан. При, братан! При... Нет, только не туда! Во! Блин, какого хера нас бусик-спринтер за нами ездит вообще, как ни в чем не бывало? А мы, собственно, на... А это 221-й все-таки. А какой тогда вот этот новый, который, знаете, такой вообще супер-крутой? Самый новый S-класс. Я думал, самый новый S-класс это 221-й. Ну ладно, и так, блин, не гоните. А! Блин, не, нихера, он вообще, надо переделывать чиповку. Чиповка на дрифт, так. Это я сам сделал, потому что... Так, надо чиповку на дрифт переделывать. У нас уже там радиатор пробили, походу. Или закипели. Закипели, дымок только что шел с под капота, но я... Так. Помчали дальше. Нам нужно, короче, дойти, помните, там, где мы на УАЗиках ехали, до туда, до конца, вот по вот этим горбам. В принципе, мы должны доехать. Только-только не туда вниз. Будем, если что, так фиксить, потому что я не хочу в воду. V12 битурбо. Ёпер СТ. Если бы такая тачка на оффроде была, это вообще был ужас. Ну, конечно, если его поднять, в смысле движка очень мощная, она проезжала, если бы колеса хорошие, это и этот, клиренс, ну, как может на S-классе быть хороший клиренс? Это, ребята, это исключительно развлечение для поднятия настроения. Мы экспериментируем, мы делаем нестандартно, и вам это, я думаю, нравится, поэтому и вы собираете хорошо лосики. Надеюсь, здесь тоже соберется 1000 лосиков, и я очень быстро выпущу следующую серийку. Так. Так. Какого хера спринтер за нами едет? Как ни в чем не бывало. Микроавтобус за нами едет. Оу, фак. Фары. А че чувак вышел? Чувак. Чувак на бэхе. Вы все хотите, типа, наказать меня, сказать, ты лошара тут делал тачку. Так, вот этот опасный момент. Чувак, нет, чувак, ты погибнешь. А нет, ты не погиб. А мы можем погибнуть. Мы можем погибнуть. Но у нас дрифткорч. Пошел. Хорошо, малыш, давай. Дальше. Что там?
Еще и бочиной даем. Чуваку по барабану на бэхе. Ну, хоть какой-то оффроуд. Прикиньте, в спинтайресе. Вот такой мерс. Хотя, я думаю, есть там такой мерс. Напишите в комментах. Так. Блин, а где-то... Где-то... Да, ралли. Кстати, мы можем здесь ралли-гонки устроить. Собраться именно я в группе... В группе напишу, типа, сходка ралли. Ну, и на карте метку сделаю, нарисую. И давайте лосик. Если 1500 будет лосиков, то соберем на этой серии именно ралли устроим. На... Может, на КАМАЗах рабочих, прикиньте. И на джипах. Джипы и КАМАЗы. А-а-а! Да! Блин, я забыл. Так нормально. Все, все вообще проехали отлично, посмотрите. Еще и заехали без проблем. Че это за херомань? Мерседес, ты что творишь? Так, мы скоро уже... Так. Капот вылетел. Тони, ты тоже вылетел. Тест-драйв от Ковалыч. Не, Ковалевича. Тест-драйв от Ковалевича. Кстати, может, что-то назову рубрику такую. Тест-драйв от Ковалевича. Да ладно, я что? Ради фана, только исключительно развлекательный канал с тачками. Вот у меня... Чувак, не делай так. У меня исключительно развлекательный канал с автомобилями. И познавательный. Ну, пока что я не знаю, что познавательного. Только колхоз. Колхоз ТАЗО. Мне даже чувак только что пишет. Ты можешь заколхозить мою тачку? ВАЗ-2105. Я говорю, зачем колхозить? Это и так Жигули. Там и так все понятно. Колхозить вот. На одном серве с такого мерса корчугу сделал. На этом этого оффроуд тазик сделал. Во, мы приехали, откуда мы начинали на Киличе. Так, ребятки. Спокойно, спокойно, тихо, спокойно, уютно. Так, съехали. А как заехать тут? А вот тут проблематично будет заехать. Так, кстати, у нас 26 литров, но я думаю, нам до верха хватит. А там уже с канистрой кто-то, Тони, вон, или... Стрит-сракер. Стрит-сракер. Пацаны, а вот тут у нас, походу, проблемка сейчас образовалась. Ну, я задним ходом. Задним ходом есть баг. Вот такой. Потому что мы б там... Я не хочу еще гибнуть. Я видел это видео. Как там в комментах раньше писали. Я видел это видео. Он кричал, мама, я не хочу умирать. Вот так и я. Мама, я не хочу падать в воду. Хэштег. Не хочу падать в воду. Боже, не, это круто, блин. Это четвертая серия сегодня за день, и я думаю, она вам понравится. Вы не устаете их смотреть. Ну какого хера он вообще не едет вверх? Чувак, ты решил мне только помешать? Нет! Сука, вот это BMW, чертова! Бумеровоты всегда ненавидят Мерседесы. Так, я еще сейчас сдохну. Нет, 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 нет. Пацаны, вы выплывайте, воздух заканчивается. Фух. Пацаны погибли оба. Пацаны, помним, любим, скорбим. Тони и Стритсракер. Вы погибли. Вы были нормальными пацанами. А Мерс остается. И мы... А, стой, стой, стой. О, а Мерс остается, и мы едем дальше. Почтим памятью... Почтим наших погибших стритсракеров. Тони и стритсракера. Или как там, стритсракер. Вон едет наш Тони. Сейчас мы его заберем, если мы еще. Нет, это говно. Это не оффроуд тачка. Тони, здорово. О, моя бэха. О, они вдвоем здесь. Плиз, плиз, мерс. Вон он, там где-то. Или уже тут. Голдшейн. Нет, 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 он сейчас поплывет. Я должен успеть. О, хорош. Красава. Все. Продолжаем наше. Почему бустик? Физика, физика. Вон оффроуд семера. Кстати, на ней тоже надо будет сейчас прокатиться. Так, короче, вот так будем ехать. С одним ходом. Я не вижу другого. Блин, ну он охеренно смотрится. Он охеренно. Он просто охеретительно смотрится. Вот, смотрите. Вот секретная фишка Мерседеса. Помчали. Что это, блядь? Чувак на Мазде, блядь. Нет! Все. Все нормально.
Нет, не все нормально. Нет, не все нормально. Нет, не все нормально, пацаны! Помним, любим, скорбим. И X2, помним, любим, скорбим. Так, нет, пацаны, как дела там внизу? О, блин, я офиге... Фух, я пофигел. Пацаны, здорово, мы здесь. Залазьте к нам. Пацаны, лосик за такую фановую серию. Чувак, ты что, сдурел? Ты решил сюда за... Понятно. А как я тпшну к себе тачку? Это вон этого... Голдшейна. Сейчас заедем. Давайте. Они разгон решили взять. А ну-ка. Пошел, пошел, пошел. Понятно. Боже, как ты здесь оказался? Чертов бусик. За руль сядешь, Ковалевский. О, дай на бусик. Дай бусик. Дай бусик. Дай бусик. Я хочу узнать, пока тут мэр что-то там пытается, хочу узнать, что это за... У вас нет... А, у меня... Блин. У меня нет на этом... Блин, нет лица на него. Ладно, я бы хотел узнать, конечно, но это вам будет... Пацаны, вы там до сих пор пытаетесь? Не, Мерседес не валит по оффроду. Там семерка была. О, чувак, ты это сделал. А ну, дай семерку. О, едь за нами на Симаке. Чувак. А! Фу, Тони подтолкнул нас. Она загорелась. Чуваки, бегите. Запрыгивайте, все, помчали. Так, продолжаем. Только так можно. Хотя давайте еще раз. Ну мы до конца не доедем там, где мы. Это вообще, это надо ачивку такую мне делать, чтобы туда доехать. Это надо сидеть задротить, как я не знаю. Так, пацаны, мы сейчас... Нет, тут прямая поляна. Он дрифтовый еще. Да я в курсе. Я вижу, что он это... Так, надо, главное, с этой стороны ехать. Так. Так. Нет. Чувак на жиге, походу, погиб. О, дай жигу. В натуре сейчас. Чувак, жига, нет. А, это на бэхе, черт. Стоп. Хоть бы я не погиб. Дай жигу. Давай, спасибо, Тони. Дай-ка жигу попробую. А ну, чё это за шайтан труба такая? Во, это, вот это, на это... У неё задние... Хмы. У неё задние колёса поворачиваются, вы понимаете? Ну то, что мы так перевернулись только что. Смотрите, как бульдозер. Так. Так. Да нет, какой это оффроуд, чувак? Это не оффроуд. Все, чуваки, я не могу. Я просто не могу. Я побежал пешком. Стоп, у меня же есть мой любимчик. А мой любимчик это Бимчик. Йоу, МС Ковалевский с вами. Сила земли притягивает меня вниз. Не хочу вниз. Мой любимчик это Бимчик, респаун, телепорт. Спасибо, Тони, за то, что подогнал мне антоним. Йоу, я не придумал другого слова. Вот на вот это мы доедем. Так, а где... Чё, всё, спринтер твой тоже сдался? А где... Парень. О, садитесь. Чувак, ты погибнешь. Жаль, два места. Чё, в смысле два места? У него два места. А ну, сейчас. Ждите тут. Сейчас прикачу.
Сейчас протестируем. Да, да он доедет, блин. Ну это икс, посмотрите. Ему вообще по барабану на это все, смотрите. В дерево, дерево. Ну окей, дерево, окей. Че, поехали дальше. Че тут еще? Горы, деревья. Ну окей, еще одно дерево. Ну да. Че тут? Сюда, тат. Мы не заезжали сюда на геликах, на этих. Пожалуйста. Куда вам? Сюда надо? Поехать. Стоп, стоп, стоп. Все, надо нам же обратно вернуться. Боже, ну это X5, ребята. Лосик просто за то, что это X5. Все, короче, ребята. На этом мы серийку заканчиваем. Как скоро выйдет следующая серия, все зависит от вас. 1000-1500 лосиков. И мы... Ах вы шпионы. Так, и мы выпустим новую серийку. На этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем покедова.